Ладно, DMCA, как говорится. DMCA. Так, игра. Она появилась. Nice, nice. Пока нету. Тоже вроде нормально все. Хорошо. Пора играть в эту замечательную игру. Великолепную. Одну из лучших игр современности. О, сап! Сапфакер. А почему он мне пишет? Он мне пишет. Подожди, он мне пишет реальное время в чате. Да, жесть. В этом чате он мне пишет реальное время. Мое местное. And I'll take you to the tower. And I'll take you to the tower. Бля, сейчас за гарпиями следовать. Можно было бы проходить эту игру и что-то там делать полезное. Но кто я такой, чтобы делать что-то полезное? А здесь что? Здорово. Я буду спидранить ее. Блять, у нее реакция лучше, чем у меня, нихуя себе. Здорово. А, тут, блядь, по-моему... Он пусть ебаный, чем начнут. Ага. Flying bastards. Питон. Да как он далеко достает, пиздец. Я не ожидал от него. На поезд его затолкать. А, блядь. Хотел его поезд разбить, короче, апперкотом. Он решил иначе. Так. На первых хп. Во-вторых, разобраться, куда идти. Сюда. Чары ебаные. Сука, блядь.
Почему у меня оружие опять поменялось? Само при этом. Так. Очков у меня нету. Денег тоже. Ну, get back here. А, фак. Автотаргет применился немножко не на ту. Так. Проверю, все там. Все там найс. Да, все найс. Я до центра почти далеко. Что за наебало? Why am I doing this for a crusty old demon? Oh yeah, that's why. Got it. You must be the eye. Ой, он как сфинктер сжимается, ты видел? Ну дед развел нас стопудово, блин. Вообще урона нету косы. Можно даже не пытаться и пиздить кого-то. Это был супербой. Это был супербой. What a cringe. Засада через 3, 2, 1. Слишком долгий коридор, да? Прям сейчас меня на лицо упадут и начнут пиздить. О, здорово. Но можно даже не пытаться, потому что там просто дверь открой. Просто дверь, блядь, к секретному уровню или еще какому-нибудь говну. Я так ни разу, по-моему, их и не открывал за прохождение, которое я первый раз проходил. Nobody gives a fuck. О. Вас-то я не заметил. Есть ничего. А можно было бы хп прикупить. И тоже уже ничего нету. Ой, не то. Сука, блядь. Колесо ебаное. Нет, сдохну сейчас. Нет, не сдохну.
ХП маловато, конечно. Маловато ХП. Ну ладно. Сейчас обе эти, блядь, да? А нет. Да, блядь! Еще потерял ХП. Поезд? С какой стороны? Пока ни с какой. Да, сюда попал по ебальнику. Чё-то отвалилось. Ау! Ну нет! Ладно, я сделаю... Паст никогда не работает, блядь. Никогда не работает. Никогда! Я нажал еще раньше, чем надо, блядь. Они говорят, нет, блядь. Соси хуй, говорят, блядь. Я попробую еще раз. Игра мне говорила, это сработает. Ты должен зажать и ждать, пока он в тебя чарджится. Хорошо, я нажму еще раньше. Отпускаю, блядь. Да! Ты понял, когда я вообще отпустил? Это ж пиздец какой-то, блядь. Ой-ой-ой, он... А я тебе еще дам пизды, блядь. Ха-ха! Пиздец, я уклонился, игра. Чё за хуйта, блядь. Слишком рано, бой. Хорошо. Просто опрокину его и отпизжу, блядь. Он получает демеджа. Мне чешется нос. На, блядь. Какие душные мобы в этой игре. Иногда. А тут чё? А, ну тут от хуйня, блядь. Интересно вообще. Вот сюда мне, да? Иди. Чё файт? Вот это пистолеты не видит, да? Хорошо. Дед, держи глаз. Резай! Это я. Блядь, найс перевод. Ты, блядь, откуда знаешь меня? No. I knew your father, Sparta. I can see him in you. Sparta was a demon, I'm nothing like him. No, of course. You are Nephilim. I can see that too. What are you? Phineas. Scholar, inventor, prophet. Demon. And until you arrived, political prisoner of Mundus. I am grateful. It wasn't a favor. You said you'd take me to that tower. Of course, my friend. Of course. This way. Eh?
6-3, чё, бля, происходит? Одна смерть. Минус 10% очков. Руги вообще. А чё с жиром? Что с жиром? С которым из? Жирных. Так. Улучшение. Эрикс. Это я не использую. Это я использую. Это я качну просто так. А, эти, где два моба встали, а жирный такой бежал, блядь, чарджился. That was That was funny. That was funny. Хочу ли я это качать? Не очень-то. Да я это все уже не очень хочу качать. Чё есть в... способности? Срыгивание есть. Да, возьму. Зачем только? Непонятно. Зачем я это взял? Сука. О, да! Это работает! Посмотри на то, что показывают. Это работает, точно! Блять, нажимаешь кулак, и один из пяти раз у тебя срабатывает. Пиздец. I forget. You and I see things differently. Seeing things differently can open new paths. What do you mean? You only see evil in me because I am a demon. Try opening your mind. It's all a matter of perspective. As I said, I see things differently. We'll meet up ahead. Дед умеет телепортироваться и глазом восстанавливать всякую ебалу. Паучков. Понятно. 2000 какой-то год, решетка не простреливается. Да кто пыхтит тут, блядь? Душа какая-то, что ли, висит? Е-бой. Как мне туда попасть? Вот так примерно. Почему топором разрубается с одного удара, а эту хуйню нужно аж три жать? А я скажу почему. Потому что урона нет! У этого говна, блядь. FPS хайп. Her name was Asiel. An ancient one. Nephilim, like you. But I didn't know there were others. The Nephilim were the third race. Sadly, they were hunted down and slain. Why? They wielded the power of both angels and demons. But unlike them, the Nephilim could easily cross worlds. They were formidable. Which made them a threat. Like me. And like you. They held great potential. What a waste. You want to reach your full potential? Perhaps Asiel holds the key. Hold my beer. Уровень с прыжками. Сап.
Nice fits. Nice cooch. Пиздец, ну найс, ты на краю встала, блядь, шлюха. Фили, мы чё? Мы чё? Right. Asiel holds the key. Не мог бы ты еще уровень с прыжками пройти, пожалуйста? Нам как бы нужно было хронометраж этой игры растянуть, потому что иначе люди проходили ее за 2 часа примерно. Я не долечу. Угу. А так долечу. Так, и зачем вся эта вставка? Чтобы посмотреть, как ангел подходит еще на 2 шага ко мне, да? И чё, блядь? Чем весь этот уровень было красиво рисовать, делать догрузку, анимации эти, для чего, чтобы что? Ты видел, как она прорисовалась нелепо? Чтобы она вот над этим порофлила, блядь, зачем они это сделали? А, ну вот, наконец-то, блядь, с 5-го раза. И как же полезна она сейчас. Так, это мы, блядь, знаем. Вау. Да ты, наверное, гениальная была девушка, или ты несешь. Так. Так. Ну, вообще-то нет, вы пропали, я сам смог выбирать, что хочу. I have a choice now. A power that will allow you to forge your own path. Oh yeah. That, my son, is freedom. No. Be brave, my son. The freedom is not seeing you in my head, bitch. But I love you too. What is that? О, мне наконец-то дали, блядь. Да, адский курок. Ау, щит! Deep dark fantasies. Deep dark fantasies.
Так, сейчас. Ух, чешу секунду. Так, хорошо, снижается. Ага. Ага. Dirty. Cool. Ах ты, сука, блядь, баная, сбил мне комбо. У меня даже таунта нет, блядь. Так, ну и что? А, нет, ОХП. А куда идти? Есть инфа. Опа. Ключ. Я что-то не особо выкупаю. А. Сюда. Сколько мне нужно на... Опа. А можешь взять? А давай. Че нет? Возьму. А я обосрался. Там край оказывается аж вот здесь. И мне, наверное, вообще не сюда, блядь. Сейчас скажут. Совет для продвинутых игроков, пропавшую гарпию. У меня есть свой совет по поводу гарпии. Вот так на нее напрыгиваешь, блядь, и даешь ей лосос. И все. Thank you.
Я не опять хотел присосаться. Я хотел вот опять присосаться. Успел. Чё она не получает, блядь, ебло? Она просто взорвала свой шар. О! На хпшку показали. Упал, блять. Здорово, дверь. That was wild. Come here. Come here. You found your inner devil, all right. But you have yet to discover your full potential. Mainly, I just want to kill the demon king named Mundus. And if you do kill Mundus, who would take his place? Look at this fucking face! It's like... I don't get it. I don't... What's place? I don't get it. Сэвэдж, блядь. Так, у меня есть целых 3 улучшения. Отлично. 3 юзлес улучшения. It's trash, that's all trash. I don't need it. Nah, I'm good. Нет. 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 Да нет. Да. Да, этим я пользуюсь. Ой, блядь. Нет. I guess. Тут я все прокачал? Нет, не все. Только юзлис говно оставил. Всякие вот эти классические мувы, посмотри на него. Только насколько он плохо выглядит. В каком-то слоумо падает, блядь, и медленно крутится. Fuck is this? Bullshit? Bullshit? I'm no longer suited to violence. I cannot proceed. Thank you, Phineas. It wasn't quite a favor. I want to see Mundus destroyed. And I now believe you may stand a chance. What made you change your mind? You were right. You're not just like your father. I see your mother in you, too. You want to hit Mundus hard? This is how. Mundus has power almost beyond limit, but he has one weakness. He has a weakness? Yes. His mistress, Lilith. His mistress. His weakness is that he loves her? Yes. Mundus? Love? No, my friend. Yet, she has recently become the most important thing in creation to him. This is what I have seen. Lilith, his mistress, carries his child.
want to hurt Mundus? Kill Lilith. Kill the child. Nothing will hurt him more. But be warned. The fury of Mundus is boundless. Many thousands could perish. Растворился. Босс файт дайте уже, блять, я заебался. No you don't. No you. Я реально upside down, dude. И прыгать нельзя. Мне реально бежать до самого конца? Да вы черти, что ли? Ну ладно. Бля, он заметил. Да уж хорошо. Тебе, блядь, хуёво бежалось или чё? У нас чешется. Файт. Наконец-то. Бля, я помню, что там круговой какой-то босс, он в центре стоит, и надо уклоняться, прыгать от всякой хуйни. По-моему, он лох. Скорее всего, я сдохну. Spin on this. My personal view on the terrorists is that they are disgusting, degrading, ghastly, sleazy, period, and generally nauseating. The worst of them is Dante. The whole world would benefit greatly by his non-existence. I'm taking you off the air. You think so? I wouldn't bet on it, you little shit. Я чё-то не особо понимаю, как ему удар, что он носит. А, вот.
так, ну понятно. Нет, не в лицо, я понял. Да, я хп уже потерял. Дамажит ты его когда, блядь, игра? Похилиться нажал. Now what we have here is some truly shocking footage of the terrorist known as Dante at the Bellevue Pier recently. So what do we know about this Dante? Several people have now come forward, and investigators have pieced together a shocking history of violence. At age 8, he attacked and killed the head nurse at St. Lamia Orphanage. She was described as a sweet old lady who particularly enjoyed working with children. Between the ages of 11 and 15, he broke out of no less than 8 youth detention facilities, often mounting brutal, humiliating attacks. Just doing their jobs. Between 16 and 17, he became involved in gangs, drug peddling, and is believed to be responsible for over a dozen homicides. And worst of all, he was also a well-known cruiser in the seedier districts of the city, rampantly spreading sexual disease of the unholy kind. Блять. Да, блять, двойной прыжок у меня сработает в этой жизни или нет? Маленький Эмо, блять, маленький Эмо. Evil Punk, маленький Эмо. Маленький Эмо. Definitely had pedophile eyes. For real. He said he was gonna kill her anyway. And then he did. Like, totally. Since that horrific attack, like, totally. Dante is involved in the terrorist organization called The Order. I have a message for The Order. The whole world is looking for you. Every camera. On every street corner, every police force in the country and worldwide. But we will find them. This is Bob Barbas of the Raptor News Network. Just doing God's work. Yeah! Как же у меня мало хп.
But you know what? The terrorist organization responsible for the recent attacks has been located and is being stormed by SWAT teams as I speak. Two of the terrorists identified in these images are known to be in the compound. Он разводит, блядь. The third terrorist has been cornered in another part of the city in a separate police raid. Rest assured, those responsible will be brought to justice at any moment. Dead or alive. This is Bob Barbas of the... Dead or alive. Just doing God's work. Oh, God. Сейчас, секунду, чат вырублю, а то я не вижу, что у меня. Ага. А, в окошке наоборот надо. Фак. Да, блять, кнопки вместе нажались. Ведь она обновилась прямо в этот момент, нахуй. You're fired. That was a good one. Почему от него я впитал ангельское оружие? Could you tell me, please? Fuck is this? Он что? Кто он, блядь? Он такой. Ну, на одном хп, да, да. Аквила, блядь, акула. А, качать придется пехоту, бля. Я не уверен, что я хочу их качать. Но я люблю всякие чакрамы, блядь. ССС завершение. ССС. Shit. Так, у меня 1100. К сожалению, 1100 не хватает, да? Ой, блядь, 3500, 5000. Ну понятно, уж золотую сферу купить. Хуйню стоит. Yeah, why not? Это тоже хуйню стоит. Звезда. Можно взять. Одну такую. Еще золотую сферу на будущее. Все равно 3500 впадлу копить, да и хватает хп, блядь. Хуйта. У акулки есть. Не уверен. Maybe. Нет. А?
Заебись. Туз король. Туз король. Мой туз, блять, по-моему, уже скоро королем станет. Сколько стрим идет? Сколько? Еще эту миссию добьем одну. И все. По полтора часика примерно в день проходим. И нормально. Осталось пара дней. Примерно два. Может, три. Попробуем заодно новое оружие. Крутое. В скобочках. Да. Hang in there, guys. I'm on my way. Я нажал. Блять, он наебал меня. Обычный меч на него работает. Так тогда надо ему кулаками въебал давать, чё. Он жесткий, блядь, такой. Отбил меня моей хуйтой, Guys.
ПП-шку бы. Let it go. Oh yeah, yeah, game's still trash. See you. Wait! Блять, не долетел. Только не пильщик, о боже. Просто взрывается от времени. Я заебался, уж хочу просто в лицо бить всех. Уж даже доджить ничего не хочется. Просто хочется въебало давать, блядь. Скоро. Демо-сквад here now!
hell? Не слышат. Ёбаный Данте, блин. Да и Кэт на тебя плевать, и брату твоему дурацкому. Они хуй на тебя клали, блядь. Каждый из них вложил хуй. Но почему-то Данте такой... Но они мои друзья. Они не могут ложить хуй. Это невозможно. Я скушаю одну, чтобы не умирать. Just in case. Опа! Devil Star. Oh.
Сидит Боска. I'm here. I don't know what to do. Where's Virgil? I don't know. He's probably in the server room, the Octagon, but he might be trapped in Limbo. How do we get to him? I don't know. I'm stuck in here. Is there something I can do from Limbo to break you out? Think. There may be a way. I'll guide you. Конец, отвратительная миссия. Магазин. Улучшение. Кука. Торнадо второе возьму. Пофиг. А, я могу прямо отсюда в главное меню выйти. Кайф, удобно. Я думал, приходится начинать миссию. Ну все. Вид. The game. О, бля, отлично. Попердели. Замечательная игра. Говна. Завтра продолжим.